Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Конюшни. Ничего, кроме обглода. Шпоры монгольского всадника. Они гораздо красивее и вычернее, чем я ожидала. Но довольно поношенные. Их обладатель был богат, но бывал в походах. Костей.
Моим убежищем в этом ледяном аду стал подвал разрушенной башни. У меня было достаточно еды и оружия для того, чтобы выжить. Но кроме меня не спасся никто. День за днем я наблюдал за армией бессмертных, изучал их передвижение. Они никогда не меняли маршрут, казалось, они были в плену сновидений. Свирепые, но безжизненные. Как будто все, что когда-то делало их людьми, исчезло. Как будто вместо души у них была холодная сталь. Мне нарисовано как будто в древности, но это же поезд. Появление красных.
если сделать так, чтобы они разбили врата? Знамена? Символом армии бессмертных? Женское ожерелье из балтийского янтаря. Ха. Невероятная работа. Наверное, принадлежала знатной женщине.
поможет нацелить требюшет. Надо пробить врата. Сойдет, наверное. Пора стрелять. Господь испытывает меня. Я добыл достаточно оружия и припасов, чтобы выжить. Однажды хан приказал мне овладеть стрельбой из лука и сражаться в его армии, за что я ему благодарен. Он даже подарил мне свои собственные бронебойные стрелы. Вокруг меня лед, из которого можно добывать воду, но он красный от крови. Армия пророка патрулирует теперь уже мертвый город. Это не те солдаты, что встретили нас у городских ворот. Что-то изменилось. Древняя легенда гласит, что тот, кто взглянет на святой источник, отдаст ему свою душу, получая взамен бессмертие. Если это так, то мне суждено погибнуть здесь, унеся с собой секрет, за которым я был послан. Только разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Еще до того, как ты родилась, я чуть не потерял тебя, Лара. Но ты не сдавалась. Ты хотела жить и дышать. Ты сжала кулачки и закричала на всю больницу. Более прекрасного звука я в жизни не слышал. В тот снежный вечер я вернулся домой и зажарил себе стейк. Выпил полбутылки виски, попытался смастерить снегоступы из теннисных ракеток и уснул в обнимку с котом чертовски счастливый. Я слышала эту историю раз 10 и еще столько бы слушала. Если бы только она не кончалась.
Эта фреска рассказывает о тех, кто пал в том сражении, и тех, кто умер впоследствии от голода и болезней. Путь к палате душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один трепешет. Ты сделала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись.
Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди. Надо добраться до вершины башни. Только вот лед на пути мешает. Надо как-то ее... Все еще можно повернуть требюшет. Может, так я туда доберусь? Мне это пригодится. Надо как-то туда попасть. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь.
получилось. Пора снести врата. Попала. Нужно еще разок. Похоже, монгольские войска были полностью погребены подо льдом, так и не дойдя до центра города. Осада Кити же, наверное, длилась многие месяцы. Это уравновесит стрелу. Вода выливается.
Слишком высоко. Чуть повыше. Получилось. Лучники. От них нужно избавиться. Только прицелись. Открыт.